Всем привет, ребята, это, хотел сказать, группа Тату, почему-то, это Егор. В общем, сегодня у нас реакция за донатик, это продолжение творчества ММА Хуэмай, ну, под названием Иона Ли, как я понимаю, это солистка группы, и сейчас она находится вне группы, а делает именно сольный проект под названием Иона Ли и клип Самаритан. Вот. Перед тем, как я начну реакцию, хочу сказать о том, что у меня есть Boosty, ссылка на него находится внизу, там выходят полные версии всех реакций, также реакции, которые я не могу выпустить на YouTube по причине авторских прав, вы сами знаете, где мы живем. Если вы хотите сдонатить мне на любую реакцию, то ссылка на донат на Boosty внизу, либо на карту, размер доната зависит уже от вас. И подписываемся на канал, ставим лайкосы прямо сейчас, комментарии. И также можно подписаться на мой канал в Телеграме. Там всегда очень жарко, интересно. И можем с вами прям вот общаться, да? Я пока еще не суперстар, как говорится, поэтому пока отвечаю. В общем, поехали. Всем привет, ребята, это, хотел сказать, группа Тату. Почему-то это Егор. В общем, сегодня у нас реакция за донатик. Это продолжение творчества ММА Хуэмай, ну, под названием Иона Ли. Как я понимаю, это солистка группы, и сейчас она находится вне группы, а делает именно сольный проект под названием Иона Ли и клип Самаритан. Вот. Перед тем, как я начну реакцию, хочу сказать о том, что у меня есть Boosty, ссылка на него находится внизу, там выходят полные версии всех реакций, также реакции, которые я не могу выпустить на YouTube по причине авторских прав, вы сами знаете, где мы живем. Если вы хотите сдонатить мне на любую реакцию, то ссылка на донат на Boosty внизу, либо на карту, размер доната зависит уже от вас. И подписываемся на канал, ставим лайкосы прямо сейчас, комментарии. И также можно подписаться на мой канал в Телеграме. Там всегда очень жарко, интересно. И можем с вами прям вот общаться, да? Я пока еще не суперстар, как говорится, поэтому пока отвечаю. В общем, поехали. Ну что, королевы мои, готовы отдаться зову природы? Клип 8 минут. Боже, почему все вот эти вот инди, альтернативщики, арт, поп, у них всегда клипы по 100 минут. С другой стороны, это показатель качества и показатель того, что людям не похуй. В общем, поехали. Чик. Самаритан. Мне интересно, будет ли это отличаться от ее стиля в проекте I am my who am I? Реакции на которые у меня есть на канале на два альбома. Можете чекнуть. Ну, опять у нас зима, тут она себе не изменяет, конечно. Я не понимаю, тихо или громко, сейчас ебанет или... Так. Ворота открываются. Не ожидал вообще, Бит вообще качает. Чего? Это что, это она? Слушай, ну пора бы было уже сделать какой-нибудь бенгер прямо. Попсовый. Хоть вроде бы и бенгер, все равно не такуська, да? Прям все равно еще осталось в своем этом стиле. Вот это ту-ду-ду. Ту-ду-ду. Почему такое? Почему? Я не понимаю. Я не понимаю, почему, но мне напоминает исполнительницу Палома Фейн.
если вы знаете о такой. Она такая с бровями. Блин, я даже не знаю, как мне относиться к этому. Я пока что не понимаю, пока в смятении. Реально. А, удивило. Я обожаю, когда кого-то сжигают. Очень люблю. Хотя в средневековье я, наверное, сам бы был бы объектом. Это что у нас? Йона Ли? Клубная дива? Практически Биби Рекс? У меня прям в голове То есть, ну это прям попса уже, потому что у меня заело. Ни одна из песен у нее я даже не вспомню. А тут прям... Comme des garçons? Ну ты чё, получается, наша старушка одела стринги? Теперь и танцует в клубе. Что это такое? Слушай, я рад. Нет, я не знаю, как мне реагировать, потому что я, во-первых, этого не ожидал. Такой резкий переход от вот этого вот чиллаутного, такого спокойно электронного, фантастического, магического саунда, да, к такому прям вот, ну... Не рейверскому оттенку, но это прям вот уже для людей. Это вот то, что люди могут, в принципе, понять. И я в том числе. У меня припев этот заел, я тебе уже сказал, у меня в башке Адам Беребрамберам вот это все. Значит, песня хит, значит, песню, наверное, я качну, да? Вот. Она тут даже моложе выглядит. Не говорю о мейке, а то есть как-то вот прям этот стиль ей дал... так сказать, стер ее седину. Вот. Не то чтобы мне не нравилось все, что делала она до этого в предыдущих альбомах. Blue и Kent, или как-то так называется. Но там свой вайб, там прям была красота. А здесь потанцевать. Слушай, неплохо. Меня единственное, наверное, что смущает, это абсолютное неразвитие. Развитие в музыке, но не развитие в визуалах. Все одно и то же, все вот это белое, серое, я уже устал от этого. Визуалы в предыдущем альбоме были в 100 раз охуеннее, вот. Мне кажется, надо ей поменять немножечко, может быть, какой-нибудь альбом вообще в другом стиле сделать и записать клипы в другой одежде, может быть, там, не знаю, красный, черный, да, но с другой стороны, она артист, она так видит, это ее стиль. Ну, это я вот просто не очень люблю артистов, которые вот всегда в своем стиле. Я люблю, так как я фанат Мадонны, мне всегда надо, чтобы с каждой эрой менялось абсолютно все. Ну, ладно, хрен бы с ним, мне понравилось, ребят. В общем, да. Если понравилась эта реакция, то, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что вы думаете о клипе. Также подписывайтесь на меня на Boosty, ссылка внизу. Если вы хотите задонатить мне на любую реакцию, внизу ссылка на донаты на Boosty и на карту. И подписывайтесь ко мне в телеграм-канал. И все, давайте, пока.